Мы рады приветствовать вас на торжественной регистрации рождения ребенка. Даже обычная процедура регистрации новорожденных проходит исключительно в торжественной обстановке. Главный специалист отдела ЗАГС Прёкского района Елена Тищенко говорит, молодые родители приятно удивлены. Когда приходят регистрировать новорожденного, это праздник для каждой семьи. Елизавета и Дмитрий Кожаевы стали родителями 10 дней назад. Только сегодня смогли найти время, чтобы прийти в ЗАГС и зарегистрировать своего сыночка. А тут и праздничные поздравления, и подарки. Мы ничего там не думали, не гадали. Мы просто с утра проснулись, нам надо ехать в ЗАГС. Я отпросился с работы, сказал, что задержусь. Приехал сюда, а тут уже какие-то... Целое событие получилось. Да, получилось целое событие. Вручение подарочных наборов семьям с новорожденными приурочено к Международному дню защиты детей. К слову, памятные медали в год 800-летия Нижнего Новгорода вручают всем семьям региона, в которых в этот юбилейный год произошло пополнение. Таких медалей уже у нас в Нижегородской области вручено больше 3500. По словам главы региона Глеба Никитина, медали изготовлены казаковским предприятием художественных изделий. Это подчеркивает связь новорожденных нижегородцев с народными художественными промыслами и истории региона. Право на получение медалей родившемуся в Нижегородской области имеют семьи с новорожденными, регистрация рождения которых прошла в отделах ЗАГСа региона, начиная с 1 января 2021 года. Наталья Лисова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.